стартовал региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по основам безопасности и жизнедеятельности. Сегодня состоялось торжественное открытие мероприятия, которое проводится уже 15-й год. Из всех 22 предметов ОБЖ является одним из самых молодых. Участниками олимпиады регионального этапа выступают 19 команд. Среди них представлены Алёкминский, Верхоянский, Ленский районы, Заречная и Вилюйская группа улусов, промышленные районы и Якутская кадетская школа. Победители представят Якутию на всероссийском этапе. Финал пройдет в Санкт-Петербурге в апреле. В теоретической части даются задания ситуации жизненные, экстремальные. И ученик должен разобраться и написать точный ответ, как последовательность, как он должен выходить из этой ситуации. Это теоретическая часть. В практической части там конкретно секундомером даются возможность ему эти теоретические знания воплотить в практике. Например, оказание первой медицинской помощи, клиническая смерть. И здесь буквально секундами он должен решить вопрос и сохранить жизнь.